Порядок горожане наводят и на Фолзендах. В Казани открыли 9 сезонных автобусных маршрутов, чтобы дачникам было легче доехать до загородных участков. 33 машины отвезутся до водов, причем не только в выходные, но и в будни. До Щербаковки, Крутушки, Текстильщика, Орла, Светлой Поляны, Рыжхозды, Нового Шагалеева, Жиркомбината. Цены билетов установили перевозчики от 15 до 45 рублей. Льготы действуют далеко не везде и только в черте столицы. Подробности на нашем сайте. И предупреждаем тех, кто сейчас собирается в дорогу. Сегодня в связи со строительством путепровода закрылось движение на пересечении улиц Вишневского и Тихомирного. Как сообщает пресс-служба Казанской мэрии, машины пустят по временной объездной дороге.